Олимпиада зрелище международное, народное, народное. Спорт это состязание свободное, свободное, свободное. Ее истоки в Греции еще до нашей эры, до нашей эры, до нашей эры. Пока не запрещена была людьми христианская веры, веры, веры. Возродилась в Европе в 19 веке, в 19 веке, веке. При Олимпийского комитета опеки, 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 который выбирает страну состязания, 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 и у каждой страны свои притязания, притязания, притязания. Быть лучше и принимать Олимпиаду, 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 что для всех граждан как награда, награда, награда. Олимпиада войны останавливает, останавливает, останавливает. И дружбу людей устанавливает, устанавливает, устанавливает. Раньше спортсменов венковой оливы награждали, теперь золотые, серебряные, бронзовые медали.